Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. В последнее время звезда закрытой школы не стесняется говорить на личные темы. Как выяснилось, актриса много времени проводит в чужих соцсетях. В конце прошлого года звезда выступила с неожиданным признанием. Оказалось, что популярная актриса и телеведущая время от времени злоупотребляет алкоголем. Каждый раз фанатка светских тусовок дает себе обещание, которое в итоге не выполняет. На утро Агата Муцениеца нередко просыпается с головной болью, но при этом через некоторое время снова наступает на те же самые грабли. Необходимо отметить, что откровение бывшей супруги Павла Прилучного поклонники считают по меньшей мере смелым шагом. Среди представителей шоу-бизнеса злоупотребление – дело обычное. Но все же, согласитесь, мало кто из звезд готов публично покаяться в наличии столь неприглядных слабостей. А сегодня разведенная артистка вновь заговорила о наболевшем. Оказывается, Агата много времени проводила в соцсетях, где, как правило, транслируются идеальные сюжеты. Счастливые люди, безупречная внешность и самые разноплановые достижения. В общем, на фоне искусственно созданных образов, трудовые будни обычных людей выглядят, мягко говоря, пресно. Подобные чувства нередко испытывала даже прелестная актриса, чей бывший супруг не так давно сыграл роскошную свадьбу с молодой избранницей. Голос в моей голове говорил мне: «Смотри, какая она красивая, а ты нет. Смотри, какие они счастливые, а ты нет. Смотри, как много проектов у этого артиста. А у тебя нет. Этот женился, эта написала книгу, эти купили 100 домов и квартир. Все достигли во всем успешного успеха. Кроме тебя. Ну и тут сразу хочется сойти с этой планеты, потому что начинает казаться, что у всех все лучше, чем у тебя. Главное, что надо понять, за красивой картинкой чаще всего нет ничего, кроме красивой картинки», рассуждает опытная блогерша. Единственным выходом из столь затруднительной ситуации, уверенно затосковавшая Агата, является понимание того, что людям свойственно выставлять на всеобщее обозрение именно лучшие моменты своей жизни. Не исключено, что таким образом актриса намекнула на соцсети мажора и его очаровательной супруги Зипюр Брутян. Горячая красотка с экзотической внешностью регулярно демонстрирует безграничное счастье на совместных снимках с мужем. Со стороны второй брак Павлика Колотушки прозвище, данное актеру коллегами, выглядит действительно безупречным.